Разбегаемся. Дочери Эгера благоволят нам. Поднимай! Да, в этих водах я ощущаю великий покой. Этот конунг альвов Альфред. Он далеко отступил. Он сломлен. Готов сдаться? Войско Гутрума преследует Альфреда в Уэссексе. Если повезет, сбросит его в море. Странно, я словно бы далек от этой суеты. И сделаем еще больше. Христиане – стойкие враги. По их вере, над ними есть тот, кто держит топор. Тот, кто выше всех нас. Это дает им силу. У нас свой топор, и он весьма тяжел. Та женщина, Фулке. С ней я познал много боли и столько повидал. Столько удивительного, что я почти что рад ее предательству. Тому, что она с тобой сделала, нет оправданий. Но с каждым ударом плети, с каждым шрамом, после потери руки, мне являлись видения. Если ты видишь в этом пользу, пусть так. Но Фулке все равно была безумна. Даже безумцы по-своему мудры. Их Иисус был странный малый. Теперь его любит уже полмира. А нам никто не верил, когда мы были юны и лелеяли дерзкие замыслы в медовых залах. Даже отец не верил. Узнаю у своего Сигурда. Может, вернемся в Англию и вместе завершим начатое? Нет, забудь об этом. Будущее впереди. Нас ждет богатство. Я буду с тобой, брат. До конца. Впереди белая ярость. Продолжаем путь! Ты знаешь куда? Знаю, не сомневайся! Мы пройдем сквозь полотно зимы, как меч сквозь соломенную крышу! Утонуть в безвестном фьорде, что за бесславная гибель? Ха! Вот уж точно! Иди за мной! В королевство снегов! Сигурд, а нельзя немного подождать? А, эти ледяные жала! Наслаждайся, Эйвор! Мы идем по пути богов! Куда? К новым льдам и снежным пустыням? К славе! Разве нельзя было переждать эту бурю? На корабле, где нас согрели бы мед и пища? Нет! Это знамение! Следует чтить богов! Они не придут к нам сами! Мы должны идти к ним! Им будет от нас мало пользы, если мы промерзнем до костей. Не бойся холода, Эйвор! Там, куда мы идем, нет ветра и снега! Ugh.
Как холодно. Как в самом Нифльхейме. Держись! Осталось недолго! Это где-то здесь! Я узнаю эти скалы! Да! Мы близко! Надеюсь, я уже пальцев не чувствую. Вот. Замерзшее озеро. Мы у цели. И пещера впереди. Куда же ведет этот путь? Скоро ты все увидишь. И повернуть назад будет поздно. Там пещера, а в ней священные врата. Похоже, лед хрупкий. Расчистишь? Как бьется сердце. Это здесь. Боги. Ну и дверь. Ты уже видел все это? Странно. Копье как у Одина. Гунгнир, это ты? Там, наверху. На этом месте был камень Сак, верно? Да, давным-давно. Не подходи. Схвахой ногват, ун шмембру трурвондик ворде. Ун шоу лас враз хнока диде. Ун сумху хас рейздерае хас цаумси. Как ты это сделал? Откуда узнал слова? Я же говорил. Я видел свое прошлое. То, что пережил сам. Идем. Боги. Что за место? Сюда. Этот путь поведет нас дальше.
Асии! Сигурд, я не знаю, что сказать. Все это так странно. Просто верь, Эйвор. Это место священно. А что там дальше? Дальше чертог павших и золотые поля. И Вальгалла. Это устройство. Его создали дверги? Работа прекрасная, это точно. Не думаю, что Гуннар смог бы повторить ее. Эта пещера так глубока и полна магии. Смотри, древо! Древо жизни! Что это? Как оно великолепно! Как прекрасен его свет! Вот откуда тянутся все корни жизни! Каждый скальд мечтает увидеть такое. Это еще не все. Клянусь всеми именами Всеотца, это лишь малая часть того, что я могу показать. В видениях я шел дальше, в чертог Одина. Там. Ты чувствуешь? Священная сила. Я никогда такого не видел. Это наше место. Оно откроется нам. Ты сам увидишь. Откуда ты знаешь? Это было в видениях? Не только это. Это Свала? Мать Валки? Как она здесь оказалась? Эйвор, куда это ты? Это Свала? Мать Валки? Как она здесь оказалась? Эйвор? Эйвор! Да, я начинаю вспоминать. Святилище можно пробудить с помощью сферы. Эти сияющие ветви. Они откроют нам дверь в убежище богов. В Вальгаллу. Ты готов? Что там, на той стороне? Куда мы идем? Встань вон туда, в центр. И ты все увидишь. Сигурд! Дающим привет. Гость появился. Что это за место? Это ты! Эй, Дрэнк, здравствуй! Хави идет, чтобы вести нас к победе! Веди нас к славе, Хави!
Мочи мне губы рогом, полным меда, брат! Пьем для силы! Бьемся за славу! Эйвор, Тюр сказал, ты придешь. Здравствуй. Ты же мать Валки, верно? Свала. У тебя острый глаз, брат Волка. Наконец-то, Эйвор. Мы добрались. Поднимем же рок вместе с Фрейей и споем песнь победы. Сигурд, что произошло? У тебя снова две руки, и ты полон сил. Вечная слава, Эйвор! Мы будем пировать в чертоге павших. Наконец-то. О, великая радость! Это... Все это так прекрасно. Твои видения. Ты был прав. Рок зовет в битву! Идем, Тюн! Пора в бой! Вместе с нами! Иди, Эйвор, потешь сердце. Ты заслужил место здесь. Я так силен! Посмотри на меня! Сигурд! Посмотри! Сигурд, это невероятно. Хватит биться с мухами. Сразись со мной. Мы не бились прежде. И не сдерживай себя. Здесь нам нечего бояться. Пролей вечную кровь Вальгаллы. Наконец-то против меня выйдет настоящий... Сегодня тебя ждет пир. Ты отведаешь стали. Ну же, брат Волка, у тебя будет новый шрам. Сейчас ты запросишь. Брат. Не бойся, Эйвор. Здесь получают не шрамы, а мудрость битвы. На сегодня все. Что это было? Веди нас к славе, Хави! Мы пойдем за тобой, Хави! Смочи мне губы рогом, полным меда, брат! Пьем для силы! Бьемся за славу! Сигурд, твоя рука отросла. Она и не исчезала. Не на самом деле. Здесь все приходящее, Эйвор. Все, кроме отваги и чести воинов Вальгаллы. Неужели мы здесь бессмертны? Давай-ка проверим это. Новый день. Эйвор!
свою доблесть. Оттяпано начисто. Ты снова лишился руки. И снова обрету ее. Отец, это ты? Это не мог быть мой отец. Хави идет, чтобы вести нас к победе. Скай! Скай! Возьми рог и осуши в честь битвы. Нравится ли тебе здесь мой скальд? Мой певец кровавой битвы! Это невероятное место. Осуши же рог, Эйвор. В чем дело? Мой отец, Варин. Ты видела его здесь? Нет. А должен ли он быть здесь? Нет, он погиб как трус. Но я его видел, клянусь Одином. Оставь все заботы. Ты ведь в Вальгалле. Мы заслужили покой и радость. Наш путь завершен. Был здесь, отец. Где же ты? Покажись. Веди нас к славе, Хави. Мы пойдем за тобой, Хави. Не проходил ли здесь Варин? Кто? Варин. Мой отец. Вчерашний минул день, а завтра не придет. Варин? Отец! Еще раз потеряю руку, забью ей кого-нибудь. Тебе это не надоело? Вовсе нет. Постой. Отец. Эйвор, к тебе гости. Надо было постучать. Глупости! Я кое-кого привел. Вот. Эйвор, это ты. Тебе удалось стать великим воином. Как же я горжусь тобой. Как ты здесь оказался? Ты ведь помнишь нашу битву? Помнишь, как мы сражались бок о бок? Твоя мать и ты, и Сигурд, и оба наших клана. Мы сражались, а ты нет.
Ты погиб как трус. Эйвор, радуйся. Твой отец вернулся. Где же твоя любовь к жизни? Это был не мой отец. Это обман. Не обман, а мой подарок тебе. У меня есть сила. Я могу делать, что хочу. Тебе хотелось увидеть отца, я помог тебе. Это было так просто. По законам Одина, отца здесь быть не должно. А значит, и видеть мне его незачем. Твой отец погиб, надеясь спасти тебя. Он защищал тебя и свой клан. Нет, он... Мы дошли до конца пути, Эйвор. Это золотые поля Вальгаллы. Идем. Битва зовет. Как все это возможно? Как сюда приносят павших? Это ведомо лишь валькириям? Нет, нет, не могу поверить. Здесь все не так. Не отчаивайся, Эйвор. Смотри, вокруг друзья. Все, чего можно пожелать перед тобою. Нет, это обман. Здесь все обман. Это место может стать чем пожелаешь, Эйвор. Я не хочу, только не так. Предпочтешь обречь себя на пустую смерть? Весь здешний восторг – обычный морок. Лучше каркать, как ворон, чем петь фальшиво. Морок или нет, но здесь нет смерти, боли, потерь, предательства, как есть там, в мире. А ты хочешь? Хочешь жить во лжи? Я старуха, и тело мое разбито. Мои дни были сочтены. Так что я попрощалась с Валкой и пришла сюда. Я понимаю, Свала, но это не для меня. Поищу Сигурда. Рука! Рука! Снова эта рука! Сигурд, это наваждение. Обман. Давай уйдем и вернемся в Англию. Наши люди ждут. Нет, в том мире я никто. А здесь все иначе. Я наделен силой Бога. Здесь я могу жить вечно. И меня не ждет смерть. Смерть ждет всех. Скот, людей и тебя. Лишь доброе имя того, кто умер, остается жить вечно. Здесь ты его себе не заслужишь. А там еще не поздно. Каждый день бессмысленные битвы и пустые победы.
Кровь со вкусом воды и запахом травы. Ты видел подлинные битвы и славу. Но здесь все ложь. И ты это знаешь. Брат, нам пора уходить. Мне суждено повсюду следовать за тобой. До конца моих дней? Ладно. Пойдем. Нет, останьтесь. Я запрещаю вам уходить. Зачем уходить? Ты разве не жаждал славы? Побеседуем. Это честь говорить с тобой, Эйвор. Твое имя — песня, которую воины будут петь вечно. Ты брат волка. Даже на пороге смерти ты не желал сдаваться. Ты обогрел целые страны вином воронов. Убивал одних королей и короновал других по своей воле. Ты твердо стоял на ногах и помогал брату, когда он оступался. Немало великих пало от твоей руки. Ты заслужил награду, Эйвор. Так бери. С дороги. Мои люди ждут. Я дал тебе все, чего ты хотел. Все, что тебе нужно. Не ты мне это дал. Я взял сам. Я расчищал тебе путь, направлял твой топор. Ты как муха жужжал над духом. Не смей отвергать меня. Все, во что ты верил, прямо перед тобой. Но ты сомневаешься даже в воле богов. Сражайся! Не запятнай свою честь! Твой чертог мертвых всего лишь сон! Всего лишь сон? Но сны — это тоже часть действительности. Они вдохновляют. Они внушают нам страх. Они толкают нас к самым вершинам славы. Что ж, мне пора проснуться. Эйва, вставай. Возьми топор! Сражайся, как воин!
Повинуйся мне! Возьми свой топор! Какая трусость! Прямо как твой отец! Стой и сразись со мной, ты ничтожный трелл! Если уйдешь сейчас, ты ничто! Я могу дать тебе силу, мудрость, славу! Что еще тебе нужно? Все остальное. Сигурд, где ты? Ты со мной? Сигурд! А, повешенный очнулся. И снова стоит на земле. Эйвар, осторожно! Басим? Что это значит? Подойди, Эйвар. Дай мне на тебя посмотреть. Оставь его, Басим! Я слишком долго смотрел на солнце, ослеп и не смог увидеть, что это ты. Это ты был мне нужен. Ты следил за нами? Прятался в кустах, точно трусливый лис? Это ты обездолил мою судьбу. Лишил меня надежд. Он безумен. Пусть замолчит! Ну же, Эйвор, спасай своего подбитого вороненка. Ты ранен? Не волнуйся. Иди, убей его. Ты будешь страдать в тысячу раз сильнее, чем я. Но почему? Мой сын, Эйвор. Помнишь моего сына? Что за вздор, Басим? Не будет прощения! Мы столько пережили вместе. Столько битв в Англии. Глубже, Эйвор. Загляни в глубины своей памяти. Расскажи мне. Покажись. Я не хочу сражаться с тобой. Почему все это? Поговорим. Сколько веков я ждал этого мгновения? Хватит болтать! Я жажду твоей крови! Покажи шею! Ну же!
Моя награда досталась волку! Конечно! Восстань! Мой сын страдал не напрасно! Ты говоришь вздор, так словно ты пьян! Больше не увидишь свой дом и свой народ. Если ты все решил, пусть будет так. Сделаем бой интереснее. Пусть Сигурд присоединится. Трус, вернись! Сразись со мной! Осторожнее, Сигурд! Сигурд, берегись! Он приближается! Клятва, преступник! Умри! Мне это не по душе, справедливый. Ты добр, но плохо выбираешь союзников. Я твоя награда, Басим. Давай. Это точно. Когда ж ты умрешь? Не здесь. И не останови! Погаси пламя! Сигурд! Он еще жив? Жив, да. Но он во тьме. Что ж... поделом. Давно ли Басим замышлял свое предательство? Боюсь гадать. Боги! Неужели меня всю жизнь будут преследовать кровожадные предатели? Этому нет конца. Ты хочешь мне что-то сказать? Так скажи. Я... его ярость и гнев. Они мне знакомы, но не помню откуда. Он был не в себе, Сигурд. Во всем этом нет смысла. Забудь о нем. Я не безумен, Эйвор. То, что я ощущаю, это настоящее. Я знаю, брат. Теперь уж точно.
Это всегда было так. Нам пора возвращаться домой. Путь будет долгим, а я ранен. Домой. Эйвор, по пути сюда я много размышлял. Обо всех радостях и горестях нашей дружбы. Я изменился. И больше не могу быть ярлом нашего клана. Настал твой черед. Ты серьезно? Рандви говорила мне, как ты отважен и мудр. На тебя всегда можно положиться. Она тебя ценит. А я ее. Но ведь есть и другие причины. Когда Даг бросил тебе вызов, ты позволил ему умереть с честью, несмотря на предательство. Он верил в то, что делал. Я это уважаю. Когда я вынес приговор Хольгеру, ты не стал спорить. Хотя был не согласен. Это было заметно. Пока я блуждал в тумане смятения, ты проявил большую мудрость и силу. Куда ты, Эйвор? Туда и я. И ты поведешь наш клан. Спасибо, брат. Я не подведу тебя. Тебя что-то тревожит? Однажды, еще до Англии, мне было видение о том, что я совершу предательство, что предам тебя. Я не поверил в это. Я бы не сделал ничего подобного. Но за эти годы я отнял у тебя мечты об Англии, о Вальгале. Если я провинился перед тобой, брат, я все исправлю. Мы не в силах изменить судьбу, Эйвор. Все решено за нас с самого рождения. Сетовать на судьбу — это как сражаться с океаном. Бессмысленно. Мы два потрепанных ворона. Вместе сложили свою сагу. Сказание на века. Бека, я выхожу. Аккуратно. Смотрели видеопоток? Что это было? Похоже на решение нашей проблемы. Думаешь о том же, о чем и я? Дезмонд. Дезмонд? Не поняла. До нашей встречи он был барменом. Даже не слишком хорошим. А потом осознал свое предназначение. Он был чем-то вроде... Не знаю, вроде сингулярности... точки схождения. Словно вся история человечества сошлась на нем. В 2012 году мощная вспышка на Солнце едва не уничтожила жизнь на Земле. Помню. Я тогда работала в Абстерго. Дезмонд с этим справился. Нашел способ нас спасти. Абстерго заявила, что это сделали они с помощью каких-то спутников. Чепуха. Это Дезмонд. Щелкнул выключателем и спас мир. Но оставил включенным. Магнитное поле продолжает усиливаться с каждым днем. Храм, найденный Эйвор. Источник находится там. Именно. И вот уже 8 лет он становится все сильнее. Теперь он опасен. Температура, излучение. Неважно. Нужно все исправить. Отключить его. Нет-нет, замедлить. Ведь он нас защищает. Теперь я начинаю понимать. Все, что я сделала, все, чему научилась, все ради этого момента. Тебе понадобится жезл для защиты.
Или ты не пройдешь через первые врата? Да, конечно. Ладно. Я готова. Ладно, приготовлю фургон. Свяжусь с кораблем. Он должен быть в Бостонской бухте завтра к вечеру. Спасибо, Бекка. Спасибо, что помогаешь мне. Ты пользуешься им лучше всех, кого я знаю. Так уж и лучше всех. Ну, почти. Будь осторожна. И береги себя. Спасибо, Бекка. Готово. До Бостона путь не близкий. Запрыгивай. Шон, я здесь. Еще нет, но надо мной сотня футов льда. Ладно, как пройдешь дальше, связь может пропасть, так что не забудь, о чем мы говорили. Следи за датчиками, особенно за излучением, и помни про жезл. Ясно. До связи. Zawahoe nakwat, unzme borturwan di kwarde, ul solos fras hunakudide, unzum huraz desdere has, zohumsi. Я внутри. Я помню. Лифт еще работает. 75 тысяч лет. Век другой, погоды не сделают. Температура растет. Да, по нашим прикидкам, она должна подняться на 16 градусов. Откуда столько энергии? Наша догадка – тектоника. Движение земной коры и бурлящие лавы под ней. Мощный источник энергии. Вот бы людям такое. Я про энергию, не про частицы Эдема. Ну, когда все это закончится, можем замутить стартап. Прикинь, маленький офис, погонки, только мы втроем. Черт, я тебя не слышу, Шон. Что? Повтори еще раз. Тебя плохо слышно. Неважно. Поднимусь, позвоню. Посмотри, позвони, когда выберешь. Ты куда-нибудь наверх. Ну ладно. Вот и ты. Трудишься сверхурочно? Упала, когда растаял лед?
Так. Вода. Растаявший лед. Не смотри вниз. Не смотри вниз. Кому придет в голову закончить жизнь тут? Ну, если не знать, что это начало. Баси, спустя 1000 лет выглядишь ты не очень. Так же, как в Анимусе. Так же, как в Анимусе. Это... Вальгалла Эйвор. Или...
Или ее симуляция. Так что я ищу? И узнаю ли это? Что-то не так. Что это? Это все вы? Вы нагружаете механизм до предела. Мы не умрем. И все плетем. Хозяину во благо. И кто ваш хозяин? Он здесь? Они мне льстят. Я лишь гость в их мире. Сплетение желаний и надежд. Басим, ты отправил послание. Привел нас к могиле Эйвор. Да. Вас оно обнадежило, правда? Но как? Ты здесь уже 1000 лет. Тебя заперла тут Эйвор. Это так. Но я здесь отнюдь не один. Не всегда. Мне помогает друг. И мы вместе сидим над расчетами. Вычислив место, где покоится Эйвор, я связался с вами. И привел сюда, поймав цифровой сетью, оплетающей землю. В наши дни так был объединен весь мир. Единый суперорганизм технологий. Жезл, что ты носишь, храмы, где ты была. Все это говорит об одном. Позволь показать тебе. Я подозреваю, что тут тебе можно все. Не так много, как кажется. Я привязан к этому телу самым неприятным образом. Но ты можешь замедлить машину. Ты знаешь, как она работает. Да. Мы сделаем это вместе, ибо грядет новая катастрофа. Корректировки в этом временном узле всегда ужасны. Попробуй. Тебе трудно верить. Думаю, ты сам знаешь. Можешь не верить. Но больше мне нечего предложить. Черт возьми. Теперь вас ждет покой. Итак, настал покой. Ну все? Готово? Басим, где ты? Что это? Стереть все. По новой. Лейла, здравствуй. Ты меня знаешь? Да. Я изучил расчеты. Здесь, в сером. 8 лет назад шансы твоего появления были 15 триллионов, 55 миллионов, 3276 к одному. Годы шли, шансы росли, вчера они уравнялись. Рад наконец-то встретиться. Кто ты? И что это? Я тот, кто изучает расчеты. Варианты будущего для тебя и этого мира. Большую часть своей новой жизни я анализировал их, искал способ закончить то, что мы начали. Начало здесь.
Ты замедляешь механизм и спасаешь мир. Дальше варианты будущего. Миллионы миллионов возможных путей. Но все они ведут к еще одной катастрофе. Узел разрушается, мир исчезает, человечество перестает существовать. Я должен искать дальше. Должен найти решение. Должен что-то дать тебе. Этот узел? Момент, когда я замедлила механизм? Да. Я начинаю свои расчеты из этой точки. В ней я уверен. Но это ограничивает. В смысле? Что если вернуться в 2012-й, когда Дезмонд спас мир? Дезмонд? Что если он не спасет мир? Что если он оставит его погибать? Посмотри на эти варианты. Изучи их. А, да. Интересная идея. Невероятно. Миллиарды и миллиарды новых вероятностей. Именно. Прошлое, которого не было, но могло бы быть. Если бы Дезмонд позволил уничтожить мир, возможно, те, кто выжил, вынесли бы урок из этой катастрофы. И, возможно, в одной из временных линий они нашли бы способ сделать так, чтобы это не повторилось. Это гениально. Как ты пришла к этой идее? Если слишком долго сужать границы возможного, можно забыть о том, что есть еще и невозможное. Спасибо тебе, Лейла. Это только начало. Нам нужно проверить кучу данных. Ты остаешься? Да, пока не найдем что-нибудь полезное. Не хочу, чтобы это повторилось. У тебя мало времени, Лейла. Механизм отключен, но радиация останется на десятки лет. По моим подсчетам, у тебя есть 73 секунды, потом тебя не спасти. Я не боюсь. У меня жезл Эдема. Он исцелит и защитит. Нет. Нету. Что? Как? Ну, конечно. Ну, конечно. Черт. Ладно. Вместе мы найдем решение. Сколько бы это ни отняло. Если это значит, что мне не уйти, так тому и быть. Ради тех, кому я сделала больно. И тех, кого люблю. Да. Я тебя понимаю. Ну что, продолжим? 10 миллиардов вариантов — это долго. Да. Но это не будет в тягость. Преимущество этого места. С тобой. Все получилось, любовь моя. А ярость бури здесь? Нет, родная. Остались лишь мы. А Лейла? Наследница памяти сыграла свою роль. А теперь нас ждет новый мир. Шон, Бека, у меня был выбор, и я выбрала остаться. Вы захотите знать, где я, и существую ли вообще? Не знаю, что ответить, но я не боюсь, и я не одна. У нас есть работа. На нее могут уйти дни или годы. Предсказать невозможно. Но мы ее закончим. К чему я это?
Не надо меня искать. Слишком опасно и слишком поздно. Береги себя. Тебя и мир, который у нас есть. Их берегите. Видите, она в порядке. В каком-то смысле. В некотором роде? Господи, надо ее найти. Вы не слушали? Ее не нужно спасать. Херня. В любом случае, спасать там нечего. После стольких лет. А виноват ты. Ты бросил ее там. Это немного слишком, правда? Я сам в том же положении. Нет, нет. Даже не сравнивай. Мы теперь ассасины? Не незримые? От арабского хашишия. Есть ли у нас наставник? Этот обычай сохранился? Да. Имя? Уильям Майлз. Уильям Майлз. Я хочу встретиться с ним. Приведите его сюда. Можно позвонить. Хоть сейчас. Линия безопасна. Без технологий. Лицом к лицу. Встреча умов. Пора бросить вызов этим тамплиерам, как вы их зовете. Я никуда не денусь, друзья. Ваш анимус в надежных руках. Ты знаешь о нем? Детка, мы изобрели такие вещи за много лет до вас. Я разберусь. Славное местечко, Эйвор. Не все могут выбрать место смерти. Победа была твоя. Не знаю, как так вышло. И все же я жив, а ты нет. И я могу взять все, что захочу. Твои воспоминания, твои навыки, твои тайны. Они все мои. И используя их... по назначению. Найду своих детей и вновь соберу свою семью. Я тебе почти завидую. Такой здесь покой. Привет, дружочек. У этой штуки даже нет телепатического интерфейса. Неужели все только вручную и голосом? Вы же хотите знать, где я? И существую ли вообще? Не знаю, что ответить. Но я не боюсь. И я не одна. У нас есть работа. На нее могут уйти дни или годы. Предсказать невозможно. Но мы ее закончим. К чему я это? Не надо меня искать.
Слишком опасно и слишком поздно. Берегите себя. Себя и мир, который у нас есть. И берегите... Хорошего дня. Пожалуйста, не забывайте выносить мусор и поливать цветы каждый день. Хоть что-то делается как надо. Держись, любимая. Нам открылся новый мир. Едва я освоюсь, нас ничто не сможет остановить. Браво, юноша. Кое-что ты откопал. Держись, Эйвор. Сигурд. Туве. Вы дома. Видно, мы пропустили пир. Эйвор. Присядь. Отдохни. Сигурд. Прошу. Слава богам! Вы вернулись! Целы и так же сильны. И вы смогли найти то, что искали? Да, мы смогли. Но то не наша судьба. Ты чего? Я... Идите все сюда! Ну!
Похоже, тебе не спрятаться. Эйвор? Рандви? В чем дело? Что-то произошло? Наш ярл вернулся, чтобы вести нас навстречу неизвестности. Поговоришь с людьми? В час радости льется песня. И пусть сердца наши вторят ей. Когда... Нет. Вы мне нужнее, чем я вам. И я прошу вас лишь одно. Требуйте от меня лишь честности. Внемлите залы королей. Помчится песнь конем морей. Поэтов мед я в чашу лью. Хвалу и честь тебе пою. Вся жизнь война за часом, часом, пока не гремит один нас. Рот запоет и вспомнит зал. Кто в битву шел, кто в битве пал. Рот запоет и вспомнит зал. Кто в битву шел, кто в битве пал. Кто в битву шел, кто в битве пал.